Вы одинаковую музыку с дочерью слушаете? Или у вас дочь не слушает музыку, или слушает то, что ей мать говорит? Нет, я вот своей дочери ничего не говорю. Она делает все сама. Я музыку не люблю слушать. Вы же были генпродюсером музыкального канала телевизионного. Да, я была продюсером музыкального канала в течение года, но только по причине я согласилась, потому что мне дали делать все, что я хочу в визуальном смысле, а не в музыкальном. Ага. Визуально я там, в общем, я сделала все, что хотела, все, что могла. Мне это очень понравилось. А в музыкальном смысле я не корректировала политику канала. Естественно, это делали другие люди. И я музыку не очень люблю. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».